Шел, значит, монах по лесу. Вот, шел он, короче, у него были свои мысли определенные там. Вот. И из леса, значит, выбежал, значит, побежал, значит, на него тигр большой. Вот. Ну, значит, монах его увидел, испугался и значит, начал от него убегать. Он бежал, 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 значит, тигр его когда уже почти настиг, да? Значит, монах убежал до обрыва и упал в обрыв. Он покатился, значит, в обрыв покатился и, значит, зацепился, значит, за куст ежевики. Да, у него, значит, руки болели, потому что она была в иголках ежевика, да. Но он, значит, он дальше не падал. Ну, как только он хотел опустить руку, да, свою под ежевики и, значит, просто скатиться, значит, дальше по склону, он увидел, что внизу его поджидает второй тигр. И он, значит, не знал, что делать. И, значит, самое правильное, значит, решение, которое он принял, да, он просто, значит, находясь в такой ситуации, он взял этот, а там был, на этом кусте была одна единственная ягода. Вот, он взял ее, съел, да, и она была, ну, там, знаешь, как описывается, она была так хороша, как никогда вообще в его жизни. Знаешь, вот смысл притчи в чем? Вот тот тигр, от которого он убегал сначала, это его прошлое. Понимаешь? Тот, которого ждал внизу, это будущее. А вот этот куст ежевики, это настоящее. Да, оно иногда колет, но то же самое оно как бы, значит, приносит свои определенные плоды, понимаешь? Действительно, значит, у них есть такое понятие, как здесь и сейчас живи, правильно? То есть отрекись от прошлого, от будущего, понимаешь, живи настоящим. Что здесь и сейчас. То есть смысл думать о том, что будет, наверное, иначе.